пижамы вот снежок. Снежок из города Киев. Кого? О, меня и тут, и там показывают. Класс! Привет, Снежаночка. У тебя очень красивое имя, Снежана. Спасибо. Я очень люблю. Что это? Интересненько, интересненько. Надо исследовать. Мама занимается... Где я? Куда я прилетела? Тут так красиво! Я здесь еще не была! Здесь так круто! Что? Где? Когда? Вау! Круто! Здорово! Еще! Ловил! Крутяк! Пора лететь домой. А, портал-то исчез. Как я полечу назад домой? Кто-то мне подскажет? Привет, Снежаночка. Для того, чтобы ты смогла попасть домой, тебе нужно освободить моих сестричек. Удачи тебе. Шарика два. Одной их распаковывать будет скучно. Вот вы здесь, вы мой братик. Привет! Саша! Давай откроем Лолы. Интересно. Так интересно. Хочу его уже побыстрее открыть. Вау! Вау! Мне вкладыш вот такой прикольный попался. Платьечко и конфетка. Открываем дальше. И первый пакетик. Что же там? Ой, давай, Шарика. Бутылочка. Давай, открою. Зеленая бутылочка с серой крышечкой. У меня зеленая, у Саши розовая. Так, так. Так. Да? Следующий пакетик. Туфельки. О, последний слой. Открываем крышечку. И здесь платьечко. Саш, почекай зараз. На, открывай. Платьечко. У меня платьечко такого оранжевого цвета. И вот сама куколка! Давай,
Привіт! Привіт! Покажи. Смотри. Да, у нее ушки, круто. И у меня ушки. И с этой стороны. Вот мы одели своих куколок. Вот они вот такие вот красивые. Из шарика можно сделать сумочку и положить аксессуары. А еще это может быть подставочка для куклы. Давайте мы ее попоим. Для этого нам нужна вода. Давайте же проверим, что она делает. Саш. Она плюется. Круто. Она нам весь стол отпила. Вот это плювок. Один, два, три. Андрей. Давайте же проверим, меняют ли наши куколки цвет. Мы взяли холодную воду и горячую. Вау! Платьечко меняет на оранжевый цвет! Круто! Здорово! Саша, давай. Окей. Смотрите, у Саши тоже платье поменялось! Желтым становится. Смотрите. Смотрите, оно уже все желтое. Давай холодно. Круто. Красиво получилось. Желто-оранжевое. Спасибо большое, что освободили моих сестричек. Теперь вы можете отправиться домой. Ну что, полетели? Фух, мы дома. Кому понравилось это приключение, не забудьте поставить лайки и подписаться на мой канал.